Underground. Третий выпуск «Альманах Underground» из Костромы. Я читаю свой стих на 171 странице. Так, стих называется «Васильковым утром». Васильковым загадочным утром, потревожив эту синь городов, несомненно, я сильной прибуду, не забыв у деревьев зеленый покров. Восхищаясь таинственной рощей, будоражит своей тишиной, дорогою той сенью заросшей, преклоняясь, иду к ней незрелой душой. Позовите меня вы 7 летом, в родниковый напев молодой, позабуду печали на свете, заповедный мотив, побеги же волной, разбуди же привольные лики лучезарной вселенской мечты, чтобы ты, моя Русь, не забыла, навсегда увела нашу жизнь от беды, навсегда увела нашу жизнь от беды.